«Пуля», которая войдет в саундтрек нового фильма Сергея Бодрова-младшего «Сестры». Режиссером клипа выступил Виктор Канисевич, снимавший для Агаты Кристи «Сказочную тайгу», «Два корабля» и «Ковер-вертолет». Съемки шли два дня. За это время музыканты успели побывать в тех самых местах, в Питере и Шлиссельбурге, где как раз и снимался фильм «Сестры». Например, одна из сцен должна была сниматься на пароме, а так как съемочная группа осталась на берегу, то в качестве паромщика выступил Вадим Самойлов. Накануне съемок в Питере разразился ураган, и погода была довольно прохладной, так что Глеб даже простыл. В саундтрек фильма «Сестры», премьера которого намечена на 10 мая, вошли также песни группы «Кино».